Какие кости для нас с вами важны? Для нас с вами важна верхняя челюсть, для нас с вами важна скуловая кость, для нас с вами важна нижняя челюсть. Потому что это основные кости, которые претерпевают свои изменения в результате возрастных, в результате вот, да, эволюционных процессов, которые характерны каждой возрастной группе.